Добрый день, уважаемые дамы и господа. Рад еще раз всех приветствовать. Если меня слышно, видите картинку перед собой. Просьба поставить плюсики в чате. Отметиться, что у нас все в порядке с трансляцией. Есть звук, есть изображение. Для тех, кто, возможно, первый раз включил наш обзор, трансляцию, вкратце повторю план, то, что мы обычно рассматриваем. Обзор у нас выходит два раза в день, с утра в 8:45 и в 13:30 по Москве, соответственно, где уже на утреннем обзоре мы с вами рассматриваем прошлый торговый день с точки зрения выхода важных новостей статистики, отмечаем, как эти новости и статистика повлияли на наши основные инструменты, смотрим за реакцией крупных участников, а также рассматриваем текущий торговый день, отмечаем главный и важный новостной фон, ищем возможности для входа в сделки, точки входа рассматриваем и цели по нашим операциям, плюс мониторим уже текущие позиции, текущие условия. На дневном обзоре, то есть мы уже смотрим ситуацию, как, собственно, европейская сессия повлияла на наши основные инструменты. Смотрим, есть ли наши условия по входу сделки, которые мы намечаем на утренних занятиях, да, наших обзорах, выполняются, мы заходим в сделку, соответственно. Вот. И, конечно, мониторим уже текущие события, вот, смотрим уже перспективу с учетом открытия американской сессии. Вот. Так, ну что, вижу, у нас народ потихоньку подключается. Так, ну что, возражений нету, вроде все нормально у нас. Ну что, тогда начнем. Начнем с евро-доллара. Сегодня статистика у нас была, которую мы отмечали, промпроизводство, месяц, год, разноправленная динамика, и цифры, соответственно, тоже были. То есть смешанная статистика, в общем, вышла. По цифрам, ну, уже завтра обсудим дальнейшие перспективы. Вот, поэтому продолжается у нас разноправленное абсолютно движение. Я вам сегодня с утра говорил, что то же самое будет, что у нас продолжаться, что и два дня назад. Абсолютно, посмотрите, картина просто идентичная вчерашней картине, когда вот разноправленное движение. Сегодня уже будем следить, смотреть за американской сессией и уже за новостями по рынку нефти, да, которая уже, в свою очередь, может дать динамику, да, то есть динамику по всем основным нашим инструментам. Вот. Но до этого момента, то есть вот мы будем наблюдать вот такую вот картину. Конечно, в таких условиях, ну, торговать очень сложно, да, практически возможно, да и не нужно торговать, да, то есть сегодня вам говорил, что пока, конечно, ну, вот в связи с такой вот разноправленной динамикой, вот особенно на 4-часовке это хорошо видно, торговать не стоит. Поэтому ждем однонаправленных движений, то есть опять же движений в какую-либо сторону, то есть достижение одного из уровней зон, да, то есть 1.12. Далее смотрим, если сегодня мы сможем дойти до этой зоны, если будет пробитие уровня 1.12, ну тут уже будем рассматривать продажи, с вами об этом говорили, до зоны 1.1.50. Вот. Что касаемо покупок, ну здесь уже рассматриваем зону 12.40, 12.50. То есть с учетом этих границ даже можно сделать вот таким вот образом. Вот так вот. Вот. И ориентир уже держать верхнюю часть этого прямоугольника для того, чтобы была возможность зайти в сделку. Если вдруг у нас будет пробитие данной зоны, пойдем мы наверх. Ну, здесь опять же сделка короткая. Короткая сделка до цели 1.13. Вот. А дальше уже будем смотреть, потому что сейчас пока двигаемся мы в таком диапазоне 1.13-1.12. И, в общем-то, пока вот такой хорошей ситуации для того, чтобы зайти, нету. Вот. Что касаемо британского фунта, здесь тоже, смотрите, ситуация абсолютно разноправленное движение. Статистика тоже смешанная вышла. Вот. Завтра мы по цифрам с вами поговорим. Пока, в общем-то, в целом ситуация кардинально не поменялась.
То есть тоже сейчас находимся мы в определенном диапазоне, есть уровень поддержки 1.3175. Были попытки у нас сегодня пробития данной зоны, в итоге ничего не получилось, вернулись мы в эти границы. То есть нижняя граница 1.3175 это поддержка и сопротивление 1.3237 на текущий момент. То есть вот в этих рамках мы пока двигаемся. Вот. Что здесь можно отметить? Опять же, ну, среднесрочно вот мы видим ситуацию о том, что меняется у нас динамика, да, меняется направление, потихоньку мы уходим вниз, то есть давление оказывается на фунт, вот, в связи, опять же, со смешанной статистикой, ну и плюс, помимо этого, конечно, с укреплением позиций американского доллара, тоже, несомненно, такой фактор весомый, и поэтому фунт пока больше находится под давлением. То есть мы видим факторы восстановления ну, гораздо меньше, нежели движение против, да, то есть ослабление британской валюты. Вот, сегодня посмотрим, опять же, для нас и у вас возможность, скажем, открытия позиции, да, то есть ждем пробития вот этой зоны 1.3175, то есть это наша поддержка и обновление вот этого вот минимума на 4-часовке. Вот, как только обновляем, здесь уже можно будет думать о коротких продажах. Вот, поэтому пока здесь тоже так же, как и по евро, ничего не делаем. И лучше всего на самом деле, да, это так мой совет вам, пока фунта вообще не трогать, как до завтра как минимум, потому что завтра у нас важные события будут по фунту. Объявление процентных ставок, пресс-конференция Центрального банка Англии. Вот, и выступление уже, комментарии по кредитно-денежной политике. Вот, все будет завтра, и ну, завтра будет отчасти уже понятно, куда мы будем двигаться, в какую сторону, что ожидать дальше. Вот таким вот образом. Поэтому будем смотреть. Ну, завтра, конечно, мы с вами прокомментируем уже эти события, посмотрим статистику поподробнее. Затронем эту тему. Пока тоже по фунту вне рынка. Вот. Что касаемо швейцарской валюты, швейцарского франка, вот сегодня я, скажем так, предпочел открыть уже на вот этом вот откате, решил открыть позицию на покупку. Здесь есть у нас вот зона консолидации, задержка как раз таки происходит, да, у границы 0.9763. То есть сейчас эта зона больше служит поддержкой для цены. То есть, ну, вот отсюда решил, скажем так, с самых минимумов зайти. Вот, цель себе поставил вблизи границы 0.9813. Вот мы с вами про нее говорили на наших занятиях на этой неделе в обзорах, то есть поэтому буду ждать, то есть, ну, опять же, усиление позиции американской валюты, вот на сегодня посмотрим, плюс еще статистика, которая будет выходить, вот в этом нам уже поможет разобраться. Вот поэтому вот у меня на сегодня, да, вот вторая половина дня, да, то есть я открыл покупку по швейцарской валюте доллар-франк, то есть против швейцарца зашел. Далее, что касаемо японской иены, видим, японская иена продолжает укрепляться после того, как в первой половине дня мы немного ушли наверх, отскочили, да, и дошли, собственно, до нашей зоны сопротивления, про это мы тоже говорили с утра, и произошел у нас отскок отсюда. Открыта была у меня сделка, собственно, закрылась она у меня по трейдингу на вот этой вот свече. Собственно, что можно сказать, пока у нас есть среднесрочный нисходящий тренд, вот, и мы видим, что происходят такие вот разноправленные движения. Есть попытки, да, там пробития зоны, пробития уровня 103.10, пока, конечно, ну, это не удается, есть проколы, но двигаемся мы пока по большей части. Если смотреть среднесрочную перспективу, да, то есть двигаемся
вправо, да, то есть, ну, есть у нас такая зона флета без особой какой-то динамики в ту или иную сторону. И, конечно, здесь все-таки нужно ожидать уже следующей недели, то есть решение от ФРС, да, то есть комитета по открытым рынкам. И уже дальше, конечно, иена среагирует на любое решение абсолютно, да, то есть какое бы оно ни было, либо за сохранение, либо за увеличение, то есть иена отреагирует. Вот, поэтому будем наблюдать, скорее всего, такие вот разнонаправленные движения, то, что происходит, да, уже вот на протяжении, не знаю, скольки, даже месяца уже, да, то есть такие вот разноправленные движения, начиная вот с начала августа, да, то есть и уже середина сентября, то есть полтора месяца двигаемся разноправленно, да, то есть особо каких-то трендов мы не видим, нету. Поэтому, конечно, нужно приспосабливаться к этому, да, к этим условиям, текущим курсовым диапазонам и стараться вот работать в этих диапазонах. Ну и, конечно же, зона 103.10, да, то есть 103.50, это есть зона сопротивления, причем достаточно неплохого сопротивления, плюс сама линия сопротивления, да, которая вот с точки зрения технической картины, да, то есть мешает дальше укрепиться американской валюте против иены. Да, то есть и сейчас мы видим, что идет движение, да, постепенное движение вниз, то есть иена усиливает свои позиции. Вот посмотрим, конечно, еще одним таким моментом будет подкрепляющим, да, скажем, слова, это вот пробитие зоны 102.44 вниз. Если мы пробиваем, то идем уже дальше и идем все-таки опять же к зоне 101.13, откуда у нас в свое время произошел отскок, да. И если мы доходим до этой зоны, здесь отсюда уже будем держать ориентир, что дальше делать. То есть либо мы пробиваем и идем вниз, да, то есть к своему уровню, среднесрочному уровню поддержки, да, сильному психологическому, либо, соответственно, мы уже с новым импульсом, с новой волной и уже с возможностью пробития среднесрочного тренда идем наверх. Вот. Но опять же, это будет через какое-то время, да, возможно, как раз таки на следующей неделе мы это и увидим, движение. Вот. А пока работаем с тем, что есть. Ну, я уже по иене вне рынка, поэтому ждем сейчас, где у нас будет образован минимум локальный, оттуда будем действовать, и здесь на разворотах уже можно ловить небольшие сделочки, в том числе на покупку. Посмотрим, если мы сможем развернуться от зоны 102.44, ну тут небольшие, да, там буквально 30-40 пунктов можно открывать, ну и дальше следить, смотреть, и обязательно вот в таких ситуациях лучше всего в дальнейшем, там как только позиция выходит в небольшой плюс, да, там, скажем, 10-15, 20 пунктов, сразу же подтягивать стоп-лосс без убыток или просто трейлинг ставить. Вот, я сегодня как раз вот после обзора, мне, кстати говоря, чуть-чуть буквально повезло, чуть-чуть не закрыли мою позицию при вот этом вот отскоке, когда белая вот эта свечка была. Вот, дальше просто трейлинг поставил, ну и уже впоследствии все шло просто только в мою сторону. И уже на откате закрылся. Вот, поэтому действуем аккуратно, с небольшими целями, да, то есть и либо самостоятельно передвигаем, либо ставим трейлинг. Вот, трейлинг, ну, по размеру, то есть уже сами смотрите, да, то есть в зависимости от ваших уже целей, задач, что вы для себя ставите, какие цели. То есть можно различные размеры ставить. Далее по канадцу. Разноправленное движение абсолютно. Тоже в узком диапазоне двигаемся. 1.30-1.35 поддержка сейчас. 31.75 находимся сейчас около этой зоны. Тестируем. И пока условия у нас не выполнены. Какие условия? Мы с вами говорили с утра. Ждем пробития. Если оно будет, это пробитие этой зоны, то есть обновим вот этот вот максимум, дальше уже будем действовать на покупку, цель у нас есть, следующая это зона 1.3242, сюда
Вот. Но пока ничего не делаем, ждем спокойненько, пока у нас выполнится условие. Вот. Что касаемо австралийца, австралиец сегодня разноправленное тоже движение показывает. Вторая половина дня видим разворот пошел вниз. Доходили мы до зоны 74-60. Вот. Сегодня еще у нас открытие Америки впереди, да, посмотрим. Ну и цель, которая у меня стоит вблизи зоны 0.7443, конечная зона, где уже надо будет смотреть внимательно, да, то есть что мы можем развернуться от этой границы и пойти уже наверх. То есть если посмотреть на четырехчасовике внимательно, да, то и на дневке, вот мы тоже на дневке еще лучше даже видно. Вот здесь вот ситуация, когда у нас произошло замедление восходящего тренда, и после замедления мы видим, уже образовывается очередной минимум, который находится ниже предыдущего, то есть начинают выполняться условия по нисходящему тренду. Причем уже на средний срок, вы видите, ситуация меняется. То есть это вот уже такой звоночек, несмотря на то, что многие ожидают, да, дальнейшего импульса наверх, разворота, плюс завтра еще, конечно, статистика по рынку труда, по-моему, да, то есть нужно будет посмотреть, что там будет по цифрам, и дальше уже делать выводы. Вот таким образом, те, кто стоит по австралийцу, да, там, в продаже, к примеру, да, ну, перед новостями вечером рекомендую вам стоп-лосс передвинуть, если есть возможность поставить его в безубыток, да, если есть такая возможность, если нету, то поставить его поближе к цене открытия, да, там, ну, в районе 20, там, 15 пунктов, таким вот образом. То есть снизить риски, потому что, конечно, цифры могут быть ну, разные, да, и не совпадать с прогнозом, как это у нас вот вышло по британскому фунту, да, когда прогнозы не оправдались абсолютно. Вот поэтому здесь надо перестраховаться. Вот по новозеландцу тоже, кстати говоря, у нас сегодня важные новости. Ночью будем ожидать, смотреть. Новозеландец, мы видим, потихоньку, постепенно разворачивается, уже образовали мы минимум. Идем на образование максимум. По новозеландцу пока не торгуем, не трогаем, ждем уже, собственно, новостей. Завтра уже по факту будем действовать. То есть если мы увидим очередное образование локального максимума, и при этом если этот максимум будет ниже, чем предыдущий сформированный, то тут уже будем рассматривать однозначно продажи на развороте. Вот. Ну и уже с учетом, конечно, вышедшей статистики. Вот, пока его не трогаем. Вот, что касаемо золота, золото сегодня тоже абсолютно разноправленную динамику показывает. То есть все инструменты, которые мы посмотрели с вами, все показывают разноправленную динамику абсолютно. Вот, сейчас мы видим, что небольшая коррекция наверх, да, то есть рост золота происходит. Вот, ждем открытия Америки. Как правило, уже на открытии Америки, ну, обратный процесс происходит, да, то есть золото начинает дешеветь. Поэтому ждем движений. Движение, опять же, возврат к зоне 1311, да, 1300, для того, чтобы уже с новым импульсом, да, уйти наверх. То есть среднесрочно все равно у нас пока золото есть. Вот у нас сильная зона. Эту зону мы, конечно, всегда держим в уме, держим в памяти. И если произойдет возврат сюда, то есть новый импульс, конечно, будет сильнее гораздо. И опять же, уже на следующей неделе, да, то есть после заседания ФРС, мы уже увидим в действии, скажем так, крупных участников, и золото, конечно, уже пойдет в правильном направлении. То есть, ну, опять же, главное не пропустить этот разворот, который был у нас ранее. Вот он, как раз, пожалуйста, что в конце августа, в начале сентября мы развернулись, ушли, неплохой импульс был. То
То есть практически видим без коррекции движение очень хорошее, здесь можно было заработать от важной границы. И на текущий момент то же самое. Ждем и оттуда уже будем смотреть разворот и действовать. Вот, то есть пока силовая позиция стоит, ну и take profit в зоне как раз поддержки находится 1311-1300. Вот, будем следить за текущей ситуацией, ну и за открытием Америки. Вот, что касаемо рубля, здесь вот мы видим ситуацию гэп вниз произошел. Ушли ниже границы 65.23. Сейчас находимся мы в зоне 64.94. Ну и видим, что пока, ну, движение очень слабенькие. Ждем уже, конечно, вечера. На самом деле ждем статистики по рынку черному золоту и уже определенных движений. Если сегодня у нас в очередной раз будет плохая статистика, то мы увидим закрытие гэп обязательно. То есть движение возврат границы 65.23, да, и возможно закрытие гэпа уже. То есть либо сегодня, либо завтра. Вот. Если, опять же, при условии, да, что у нас выйдет плохая статистика. Сегодня у нас, по-моему, отчет от Министерства энергетики по запасам. Вот. Но по прогнозам запасы у нас там должны увеличиться. Вот. А это плохо скажется на рынке черного золота. Вот. И в свою очередь, конечно, отразится негативно на рубле, и плюс канадца мониторим обязательно. То есть, если оно так произойдет, то есть канадец, естественно, пробьет зону 1.3175 наверх, обновит вершину, ну и тут уже действует по плану. Так, ну что, в принципе все. На текущий момент, что хотел разобрать, все сказал. В общем, в целом, конечно, пока ситуация кардинально не поменялась. Все остается, как оно есть, как мы с вами говорили, обсуждали. Следим, мониторим, поправляем себя, позиции свои, если нужно. Вот обязательно, у кого по австралийцу, по новозеландцу позиции открыты, сегодня перед новостями подкорректируйте свои позиции, чтобы не было никаких неприятных неожиданностей. Все, на сегодня все. Всем спасибо, всем удачи. Ну и завтра уже обсудим, что у нас произошло за американскую сессию. Всего доброго и до скорой встречи.